Трамп обозначил тему встречи с Путиным. Американский лидер планирует обсудить с российским президентом ситуацию в Украине и Сирии, а также поднять вопрос о вмешательстве РФ в выборы США. Президент США Дональд Трамп рассказал о темах и вопросах, которые он собирается поднять во время встречи с главой России Владимиром Путиным, передает Reuters. В частности, Трамп планирует обсудить с Путиным ситуацию в Украине и Сирии, а также поднять вопрос о вмешательстве России в президентские выборы США. Остальных подробностей повестки американский лидер не привел. Власти Великобритании опасаются встречи Трампа с Путиным. Напомним, ранее было объявлено, что двусторонняя встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и ищите по материалам сайта newsgro.com.